Никто ж не задается вопросом, ребята, 208 дней войны, вы говорили, что это какая-то специальная военная операция. Вы сейчас говорите, что мы будем проводить мобилизацию, чтобы воевать против Украины. Вы с ума сошли? То есть вы обрушили нам экономику, вы обрушили нам финансовые системы, вы закрыли, заизолировали страну, вы обрушили возможность вести какие-то торговые коммуникации. Туризм даже и то избавляет Российскую Федерацию. Даже Турция аннулировала вот эту карту платежную «Мир» сегодня, открыто идут на все. То есть вы полностью изолировали, а сейчас вы открыто говорите, что давайте мы еще теперь мобилизуем какое-то количество людей, чтобы они пошли дальше умирать в Украину, воюя не с какой-то НАТО. Я понимаю, что пропагандисты могут говорить про НАТО все что угодно, а с Украиной. Это выглядит, еще раз подчеркиваю, шедеврально. Но если после этого никто не задаст вопрос, а как так получилось, да, что это за план был такой интересный, ну тогда, наверное, Россия должна будет в ускоренном темпе действительно двигаться к трансформации своей политической системы.